Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами, как всегда, Сенчет Фул. Будем проходить ОБ-2. Так, в прошлой части у нас вылетело. Надеюсь, в этой не вылетит. Я поставил фиксы, которые были. Так, ну, если, кстати, вы будете слышать странные звуки, то извините. Да, просто я выпиваю чуть-чуть. Ну, квасик, квасик. Просто сейчас самое утро, на самом деле. Нам сейчас задание нужно бежать, как вы помните, и убивать главаря, который будет с тремя охранниками, с двумя охранниками. Опа. Точность у меня просто великолепнейшая. Этих тоже нужно убивать, потому что они нам могут создать огромное количество проблем. Естественно, нам проблемы не нужны. Также я взял задание на артефакты, для того, чтобы можно было выйти с этой локации потом. И уже пуститься за другие задания, взяться точнее. Опа. Щитоби... да. Ну, солянка она такая. Будем умирать с вами. Будем с вами умирать. Не один раз причем. Если вот прям честным быть, я обожаю этот мод на самом деле. Это лучший мод из всех когда-либо созданных. Вот честно. Прям вот если быть совсем честным, то это так есть. Потому что, во-первых, в нем столько возможностей, в нем столько квестов. Конечно, и багов в нем тоже до хрена. Но вы подумайте, что стоит создать такое количество квестов, создать хоть чтобы вообще работало и запускалось, понимаете? То есть баги, они будут даже в игре, которую создадут какие-нибудь разработчики, допустим, известные. Потому что баги, они есть всегда. Это вы должны понимать. И солянка, она еще очень сильно вырезана. То есть, не знаю, ни с чем сравнивать солянку не хочу, потому что солянка есть солянка. Сравнивать солянку это... Вон там... Бежит чувак у нас. Оп. Где-то он... Вон он. Сейчас меня убьют, пока я буду тут конетировать. Идите в задницу, друзья. Что-то их очень много тут. Дерево пробивается. Я уже говорил, он там чувак где-то был. Не-не-не-не, надо сваливать. Нужно сваливать по возможности. Какой-нибудь за камни, может быть. Плоть хрен с ней. Или не хрен с ней. Не знаю даже. Я знаю только, что нам может прийти конец, если мы все. Я попробую сохраниться, не знаю, зря я, наверное, это сделал. Оп, там мужик был. Да, там был мужик. Так, у нас еще где-то один, вон стоит. Хорошо. Вроде как зачистили по возможности. Нам нужно главное убить. Странно звучало. Главное убить. Нам бы поесть еще. С них, может быть, еда выпадет. Какие-нибудь там бутерброды. Что-нибудь подобное. Ой-ой, какой худо. О чем вы говорите вообще? Худо не должно быть. Так. Давайте поглядим, что у нас тут будет. Интересно, интересно, друзья. Сколько мы будем убивать главного, как вы думаете? То есть, там у него охрана, во-первых. Во-первых, там у него охрана. Во-вторых, там могут опять появиться монолитовцы. То есть, они могут появиться еще раз. Я не знаю, не пофиксили ли это в этом патче, но все же. Надеюсь, их там не будет. Вот я очень надеюсь, что их там не будет. Также у нас потом будет задание убить курьера, который... Ой, убить курьера. Взять посылку курьера, который я не знаю, где находится, потому что я уже забыл. Находится курьер. Я знаю только то, что сейчас нам придется искать несколько артефактов. Бегать и искать несколько артефактов. Также у нас тут еще два задания. Одно из них нереально сложное, которое мы с вами, скорее всего, при этом заходе не пройдем. Это задание, когда вам нужно взять диск для адреналина, потому что появится куча бандитов, которые нам не дадут вообще никакого жилья. Так что жилья, жития. То есть они не дадут нам вообще жить, поэтому...
Сейчас мы его брать не будем, ибо у нас нет автоматического оружия. Это во-первых. Во-вторых, у нас очень близкий прицел. Это тоже очень мешает. Так, что у вас есть? Может, у вас у кого жрачка есть? Мне надо покушать бы. Во-во, два бутерброда, замечательно. Вот теперь найти бы эти бутерброды. О, теперь инвентарь закрывается, когда ты ешь. Нифига себе. Да, долго, долго. Эх, солянка все-таки имба вообще. Обожаю просто. Просто обожаю. Так. Главарь у нас будет в том здании. Если я не путаю. Нет, не в том здании. Он будет вот в этом здании. Жаль, прицел снять нельзя. ПСОшку снять бы, и все было бы нормально. Ёп. Перный театр. Тут, кстати, монолитцы валяются, ребят. Видите? Выходите. Да. Ох, весело будет нам, весело. Кажется, всего три врага, да, друзья? Ну, на самом деле, эти три врага мы бутеры взяли. Я не знаю. А у нас еще хлеб был. Хотя хлеб лучше не есть, на самом деле. Потому что у бандитов сделки будут, когда у нас будет хлеб, а это хорошо. Поэтому лучше его как-то не использовать сейчас. Вот это приближение большое. Фонарик включать я боюсь, понимаете? Вот что будет, смотрите, если я включу фонарик? Я их, конечно, увижу теперь, но... Немногого... Не даст. Вон. Ну, собственно, эффект такой же, как и так бы просто. Я просто не привык к солянке, на самом деле. Давно-давно не играл. Вот тогда записывал часть уже после того момента, как я ту часть записывал, которую увидели вчера. Прошло примерно... Ну, не знаю, сколько прошло. Ну, неделя прошла, так что... Очень жестко. Надо в солянку заходом играть, чтобы так вот играть, 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 играть. И потом у вас просто, ну, скилл появился. Потому что приходить с другого мода на солянку, это, конечно, очень сложно. Ребят, простите, что не было тогда солянки все-таки. Солянка офигенный мод. Я как-то, ну не знаю, у меня вылетало просто. Не знаю, может фиксы мне помогут с этим. У меня просто очень сильно вылетало. Блин, вот честно, вот вы помните, что будет, когда я туда подойду? Ну, помните же. Нет ПНВ, поэтому... Пофигу, сейчас нас спалят. Как? Щекотнул. Щекотнул. Все больно, блядь. Да неужели? Меченый, это седой, если помнишь такого. Я не помню. Заметил, что ты там редиса к нехило нашинковал. Сделай паузу. Скушай, так сказать, Твикс. Не, Твикс. А хрен его знает. Напридумали, блин, херни заграничной. Лучше сделай паузу и рубай русский гематоген. У тебя есть минута, чтобы собрать барахлишко. Мой дирижер перейдет на посадку автобусной остановки, что у тебя под боком. Стоянка, как обычно, 6-8 минут. Кто не успел, тот опоздал.
Лады, сейчас соберу всякого говна. Всяких экзоскелетов, чуваков там. Какую-нибудь 1000 да выручим. Патроны к калашу. О, G36. Вообще лучше собирать только G36, потому что очень хороший автомат и очень дорогой. Ну, у него, конечно, пойдет по маленькой цене, но... Просто всякие вот эти вот калаши и эмки, они, ну, не особо дорого стоят. А вот именно экзоскелеты и G36 можно продать их, ну, я думаю, по 1000 хотя бы продадим. О, вот это вот обязательно надо взять. Кроме гранаты, конечно. Пусть она туда куда-нибудь летит. Она абсолютно не нужна. Блин, обожаю солянку, ребят, честно обожаю. Вот все вот эти моды из ГМ и прочее, это, конечно, говно по сравнению с солянкой. Вот если прям быть честным, то реально говно, потому что солянка имба и все. Солянка топ. Сколько бы в нее ни играл, всегда в ней много всего. То есть, ну, не знаю, во-первых, куча оружия, во-вторых, куча заданий, в-третьих, куча возможностей, куча артефактов, куча всего, короче. И куча вылетов тоже есть. В любом моде, как я уже говорил, есть куча вылетов. Поэтому вы не думайте, что прям... Только солянка так вылетает. Есть моды, которые вообще вылетают там прям каждый раз. То есть, так что не парьтесь. Так, ну возьмем тут у тебя поесть. Сколько у нас вес, кстати? Давайте посмотрим, я забыл. 150 из 160. Ну, неплохо. Главное, ни у кого экзоскелета нет. Как так понимать-то вообще? Это, кстати, вот без ЕНБ вот так вот будет. То есть, ну, вообще ненормально, да, по-моему. То есть, какое-то все... Более, конечно, краски похожи на... Такой более освещенный, как будто. А вот так вот более похожее на нормальное. То есть, у меня FPS, конечно, скачет, потому что я его 12 нажимаю. Но ничего. О, вертолет прилетел. Круто. Че, мужик, здорово. Он сюда вот сядет. Вон он. Главное не стрелять по вертолету. Смотрите, что будет, если стрелять по вертолету. Громко, громко у тебя лопасти работают, очень громко. Не знаю, слышно ли меня, но все же. Ну выходи. Че уж тут? О, красава. Здорово мобильному утилизатору. Сколько? Ну, 500 рублей G36. Это, конечно, не особо хорошая цена, которую я хотел получить. Но хоть какая-то, понимаете, друзья. То есть, могли вообще ничего не получить, так хоть что-то получим. Давайте продадим, что нам не нужно. Это нам нужно. Я даже не знаю, что нам не нужно. Вот, ну, вот это точно нам не нужно. У него 19 бутылок водки продается. Да, цена на водку, конечно, вообще жесть. Перед боем надо выпить. Пьянство бывает, перед боем надо выпить. Нормально. По 2400 водку ты продаешь. Ну, я бы сейчас посмотрю, конечно, может, у меня еще осталось, что можно продать ему. Но я не уверен, что он всякие там калаши по 100 рублей вообще стоит продавать. Потому что... Хотя, да, ребят, давайте не будем за это зацикливаться. Это все, конечно, хорошо. Но обойдемся как-нибудь без этого. Так, теперь мы с вами отправляемся искать... Искать. Во-первых, нужно бы сейчас сдать задание и получить задание на курьера. Но вот только я не помню, где находится. Он по какой-то из сторон будет бежать. Или вот тут пробегать будет, или вот тут пробегать будет. То есть, как-то так. Что у нас за тайник, кстати? Давайте сходим к тайнику, посмотрим, что у нас там. Также возьмем мозг контролера, убьем кровососа, который там обитает. Кстати, там теперь появился мужик. Я просто играл чуть-чуть до того, как записывать. Просто вдруг ко мне приходил, и мы пробовали играть, да? И там, короче, какой-то мужик в экзоскелете появился. Это странно, на самом деле. Раньше около хаты, около той, которая где лежит диск, не было ни одного мужика. Ну, может, он пришел туда просто. Не, крысы — это тоже пипец, конечно. Благо, что у нас все хорошо с выносливостью, и нам париться по этому поводу вообще не стоит. То есть у нас выносливости дофига. Кстати, вот сейчас будет задание выполнено, да.
Надо раз, раз, раз. Я сказал раз. Так, теперь нам нужно... О! Эти давно бегут? Не, не бегут. Вон там у нас друг. Я не уверен, сколько нам тысяч патронов придется потратить на него, чтобы его убить, но... Что-то их тут даже не два, из-за кустов вышел второй. Нормальная тема. А вот, кстати, наковальня. Друзья, я думаю, вы понимаете, что будет, да? Кто не понимает, что поймет. Ад будет, короче. Хотя нахер они нам сдались, друзья? Вот скажите мне, нахер они нам сдались вообще? То есть они бесполезные, которые, ну, с них ничего хорошего мы не получим. Части тела, у нас нет ножа с собой, поэтому мы не получим с них части тела. Так что, чтобы получать части тела, нужны нож или что-нибудь, что-то еще там, я не помню, я читал. Вроде такое нововведение добавили. То есть теперь нужен нож, чтобы части тела падали с монстров. Поэтому вот так вот. Куда бегу, сам не знаю. Нам нужно идти в лес там. То есть должен быть маленький лесок, в котором у нас находится домик. Ой-ой-ой. В домике, в котором лежит диск. Перед которым стоит кровосос. Лежит, как его, мозг контролера. И как его, мужик, который... Бандит, который в экзоскелете. Мы вообще за тайником шли, ну ладно. Библиотекари. Кстати, усилили бюро урон. Поэтому это очень печально, друзья. Теперь, если мы будем встречать бюреров, он и так у нас ваншотил. Что он сейчас с нами будет делать, я вообще представить боюсь. Где этот тайник-то находится? Вода мешки паром отходит, меченый. Удвай, еще свидимся. Эх, еле взлетела вертуха с твоими батонами. Но я все это калаш тебе продал, так что не надо. Так, он у нас где-то около воды находится. Легче было просто вот так сделать. Взять тайник, чтобы не париться. Ну, пусть будет, как говорится. И опять выключить и сохраниться. Мы взяли бизон какой-то там улучшенный, да? Аномальный бизон. Которого текстура просто убожеская вообще. Взяли также пистолет. Хрена себе. У тебя звук просто. Вот, кстати, ребят, еще раз скажите, нужен вам Alliance или не нужен? То есть я прошел бы его на харде, попытался пройти. Конечно, худ там я не смогу отключить. Я бы хотел отключить худ, но я не смогу отключить худ в Alliance, потому что, ну, нереально. То есть там из худа только полоска жизни у вас будет. Так что тестим. Как-то не особо. О, все, дотестился. Ужас. Ужас просто. Кабаны смерти какие-то. Кстати, у кабанов иммунитет просто к это. Ну, не иммунитет, но очень большое поглощение урона от пуль, поэтому их лучше убивать, я не знаю, с артефактов. То есть там ставите артефакт, активируйте его и убивайте. Что-то такое. Неплохо было бы сейчас, да, к нему прибежать, потому что сдать ему задание, это, во-первых, два задания, точнее, даже сдать. Просто, когда мы сдадим это задание, нам придется идти искать курьера, который, я не помню, где находится, надо бы сейчас почитать опцию, что он говорит, и мы уже узнаем точно, где он находится, этот курьер. Так, давайте посмотрим. Также в последнее время что-то в Fallout залипаю, не знаю, Diablo надоел просто по жути. Fallout как-то, ну, не то чтобы надоел, прям хочется в него играть. New Vegas со всеми DLC из предыдущей части, то есть там портированными. В общем, очень весело, куча модов и так далее. Так, машина готова. Так, собрать у гонца. Что он нам говорил, давайте почитаем, я просто не прочитал сразу.
Вышел с АТП. Вот тут. Ну что, поехали? В смысле, поехали? Конечно, поехали. Нам нужно идти за ним. Он вышел с дороги, которая ведущая с АТП. То есть вот отсюда он вышел, идет по прямой. То есть мы сможем его догнать еще, если побежим. Я думаю. Да и сейчас краша не будет. И, кстати, убрали краш вроде, когда много мин ставишь. То есть теперь мы можем вполне спокойно возвращать выпадение мин. То есть теперь не будет такого краша, потому что его убрали. Когда много мин выкидываешь или ставишь. То есть это большой плюс. И нужно было это ставить раньше, до того, как я пошел на библиотекарь на болоте. Друзья, вообще, просто вот сколько не играешь в Сталинку, понимаешь, насколько все здесь круто, конечно. Конечно, сложно, конечно, непонятно, конечно, бегать приходится, как в жопу раненому по всей локации, но оно того стоит, друзья, оно того стоит. Бусы. Пока мы никого не видим, да? Сейчас поглядим. Кто у нас, да где у нас? Вон он бежит. Дружок-то наш. Привет, дружок. Остановись. Посылку у тебя забрать хочу. Стой, 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 стой. С протектой. Хорошо, поехали. Теперь нам нужно его довести до лагеря. Ну что, пойдем? Или ты за мной травелишь? Я не понимаю. Мужик, ты пойдешь, не? Хватит ко мне поворачиваться, я, конечно, все понимаю. Иди сюда. Давай уже. Ты меня с любого расстояния будешь смотреть, да? Ну, дал, дикобраз дал. Неплохой артефакт, на самом деле, если это то, что я думаю. Вот он, вот этот мне дал, вроде. Или вот этот. Но в любом случае, они очень крутые артефакты. Пошли, чё? А чё ему ответил-то вообще? Поехали, поехали. Может, он все-таки со мной будет ходить. Все равно врагов уже на локации почти не осталось, кроме тех бешеных кабанов. И все. Которые там имеются. И все. Вроде бандитов больше на локации нет. Пока они не заспавнились, он не бежит за мной. Он просто на меня смотрит с любого расстояния. То есть, давайте даже прочекаем. Он будет поворачиваться. Допустим, мы пойдем вот сюда. Да. Жуть какая-то. Нам нужно быстрее тогда добежать, чтобы его не убили. И задание будет засчитано, наверное. Вот и все. Сможем, не сможем. Все зависит от нас. Улипнем в аномалию, сразу умрем. Сколько тиски, кстати, весит? Не контейнер, тиски. 15 килограмм. Ну, нормально. Вот диск бы еще взять, вот неплохо было бы. Но я не уверен, что мы его пройдем, друзья. Вот, то есть не в этой части точно будем это проходить, но я просто не уверен, что мы сможем пройти это задание на тиски. Ой, на тиски, на диск. Какой тиски, о чем я вообще говорю? Извините, ребят, заговариваюсь, простите, пожалуйста. Ладно. Ну, почти добежали уже. Неплохо. Кстати, почему у него нет команды? У него же раньше команда была большая. То есть там было много людей. Или всех перебили, или что случилось с ними, я не помню. Так, хорошо. Ну что, мужик? Так. Вот тебе достал. Я тебе флешку. Да. Картечь дал. Что добуду?
хорошо. У нас кучу заданий добавилось. Так. Найти приборы ночного видения. Давайте почитаем. Постой, ну что? Очки найдем 8 штук. Самые обычные. То есть это по 70 тысяч каждый. То есть нам нужно где-то миллион. Не, ну не миллион, нам меньше нужно. Где-то 1500-600. Но в любом случае. Что? Прапорщика с агропрома. Хорошо, это тот, который стоит около вышки, я так понимаю, друзья. Который около стоит, стоит около... Ну, там, лэп. Лэп есть, и около лэп он стоит. Давайте посмотрим другие задания. Что нам? Что ему нужно? Так, мне нужно по одной винтовке. М-ка, М-ка, какая-то херня. СИК 550. G41, G какой-то там. В хорошем состоянии. К ним 4 прицела отсок. Ну, короче, это все выполнимо, на самом деле. Все эти хомячьи квесты выполнимы. На самом деле, потому что за них теперь дают великолепные пушки. То есть там какие-то уникальные стволы дают за то, что вы проходите это. Друзья, и на этой нотке мы закончим данную серию. Спасибо, что смотрели. Видимо, даже игра за то, чтобы я все закончил, потому что меня заперли, не знаю где, придется наш выбрасывать. А, мы ходить не сможем. Ты не дашь мне вылезти в контейнер, йоу? О, теперь бы... О, хорошо. Так что, всем, друзья, дорогие, с вами... Что я сейчас говорю? Всем, дорогие друзья, пока, с вами был Санчес, всем до встречи и бай-бай.